Боже, ну как ты мне надоел. Иди лучше во дворе погуляй. Смотри, какая погода хорошая стоит. Сереж. О, привет. Наконец-то я тебя нашла. Зачем я тебе понадобился? Кинохронику снять хочешь? Конечно, хочу. А что именно? Погоди, сейчас будет главное. Выхожу я из школы. Жвачка клевался, и мне волосы попало. Мне свои колы весь портфель залили. Слушайте, у меня план. Какой? Сашка каждый день ходит на тренировку. Ну и что? Да слушай ты, идет он через парк, я точно знаю. 2 часа. Давайте завтра устроим на него засаду. Я, значит, послушала и бегом к Сашке. Чего тебе? Ты завтра через парк не ходи. Тебя завтра Алиса, Полина и Юля лупить хотят. Я завтра всех наших с собой возьму. Мы их так делаем, что их папа с мамой узнает. Ты что, спятил? Если ты их предупредишь, мы тебя сомнут. Хоть ты и станешь. И тут я вспомнила тебе с твоей камерой. Пусть они завтра дерутся, сколько им влезет. Слушай, классно придумала. Я такую кинохронику забабахаю. Голливуд отдыхает. У меня. Только зря вы все это. Знаешь, Яна, тебе вот не настольщики фантазии нет. Прямо как в кино. Точно. Он идет, вдруг на него налетают люди в масках, затыкают рот, привязывают к дереву. А первый прохожий его развязывает. Ну и пусть развязывает, зато он на всю жизнь запомнит. Да мне как-то все равно, мне только веревки жалко. Саша ее точно не вернет. Ха, веревки ему жалко. Ой, как мы здорово все придумали. Вообще, как все это интересно. Интересно, интересно. Тебе интересно? Интересно, как человека мучают, да? Только тронь. Ой, не могу, пугало огородное. Сейчас кое-кто узнает, как четвером на одного. Никита, дай им, дай. Лизай. Ты кто такой? Ты что там делал на дереве? Кто тебя подослал? Да никто меня не поцелал. Ты нас снял в настоящем кино. О, слышали? Ой. Я вас снять-то не успел. Так давай мы сейчас додеремся, а ты нас снимешь. Точно, ребята, вы помните, кто кого бил? Мы друг другу так надоем. Пальчики обвинили. Ну, не знаю. Умоляю. Все готовы? Начали!
ребята. Классная драка получилась. Да это не драка, а недоразумение какое-то. А мне понравилось. Ну что, снял? Снял. Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can.